Привет, с вами Андрей Сайфутдинов, и мы продолжаем серию про выбор монитора. И сейчас приехали непосредственно в магазин и купим и проверим монитор. Надеюсь, сотрудники магазина будут достаточно адекватные, чтобы не препятствовать нашей съемочке. Здравствуйте. Заказ 5.5. Используем первую попавшуюся программу теста монитора, TFT-тест. Здесь будет возможность проверить каждый канал в отдельности, белый, красный, зеленый, синий, все оттенки на равномерность засветки и по пиксельно все проверить, ну, визуально, конечно же. Вот, там градиенты. Ну, дальше это все касается больше качества калибровки. Калибровку мы будем позже делать калибратором. А пока главная проверка будет это на равномерность засветки и на пиксели. Да, горизонтальное расположение, видишь, прекрасно. Так, можно приподнять его, да, аккуратненько? Так, ну вот, оцениваем. Неравномерность в любом случае будет, но она не должна быть колоссально выделяющаяся. И бывает неравномерность и по цвету. Здесь видно, что по краям чуть фиолетовость присутствует, но так, не критично. И проверяем все пиксели, чтобы не было какой-нибудь светящегося или черненького. Вот как здесь, вот там над названием Dell есть черный пиксель. По самому центру проверим. А, нет, это мусоринка. Отлично. Так, проверяем все красненькие пиксели. Все зелененькие. Будем надеяться под наклейкой. А, это не наклейка, это накладка, да? Угу. Так, отлично. Угу. Черный тоже, чтобы ничего лишнего не светилось и относительно равномерно светился, подсветочка светилась. Все замечательно. Так, и на всякий случай проверим еще градиентики, хотя это не настолько критично, потому что заводская калибровка не всегда идеальна. Будем калибровать еще дополнительно. Есть фиолетовый равномерный вообще. Ну все, остальное отправится калибровка, главное все в целом, все пиксели целые и равномерная подсветочка есть. Дальнейшие тесты будут после калибровки. Так, ну и дополнительно можно еще глянуть в целом, как передает изображение, порадовать глаз собственный. Как раз таки фоточки, которые на презентации Canon показывал. Блин, ну кайфово, 2К, конечно, это уже получше, чем Full HD. Вот эта вот картинка, это подогнана под Full HD монитор для презентации, и вот она занимает какую часть монитора? Четверть примерно, да? Да. Вот то же самое, это оригинал. Кайфово. Ну и в то же время заметно чуть-чуть задержка прорисовки за счет того, что видеокарта встроена уже. Видно, что тяжковато прорисовывать изображение в 4 раза больше. Все, дальнейшие проверки, тесты и калибровки будут в офисе, тушим компьютер. Спасибо вам большое за содействие. Столчик. Спасибо. Ваш монитор. Спасибо.
Поздравляю сам себя, я стал обладателем нового классного монитора. Ищите хороший магазин, в котором можно перед покупкой проверить монитор. Потому что несколько битых пикселей, даже если они будут по центру находиться, не являются гарантийным случаем и основанием для возврата монитора. И многие магазины не дают проверять, нужно выбирать монитор по магазину, оказывается, в первую очередь. Как-то так. Ладно, все, спасибо большое, до свидания. Дальше будем мы его тестить, проверять, покажу, как происходит калибровка монитора, и будет интересно.